Вопросы реализации совместных инвестиционных проектов обсудил Касым-Жомарт Токаев с главой одного из крупнейших суверенных фондов мира Мансуром Ибрагимом Аль-Махмудом. Президент Казахстана подчеркнул взаимовыгодное сотрудничество между Qatar Investment Authority и фондом Самрук-Казына может стать основой движущей силы экономического партнерства между странами. В свою очередь представитель катарского бизнеса сообщил о планах выйти на финансовый рынок Казахстана, а также реализовать проект по глубокой переработке продукции агропромышленного комплекса. Кроме того, собеседники обсудили возможность создания казахстанско-катарского фонда прямых инвестиций в Международном финансовом центре «Астана».